Хорошо. Данив. Форма работы — исправлять злое начало с помощью доброго начала. Это также и на первом этапе, в незавершенном здании, незаконченном. Мы работаем над зданием, работаем над тем, чтобы соединить себя в каких-то силах отдачи, взаимной поддержки, когда мы составляем, складываем систему поручительства, это здание. То есть каждый поддерживает других, и все строят систему, сеть эту, которая целиком, это совершенная десятка, которая поддерживается каждым. В той мере, в которой каждый включается в другого, чем больше он хочет поддерживать его и заботиться о другом, в этой мере он находится в отдаче. В этой мере вместе с ним находится Творец, помогает ему, поддерживает его и заполняет его усилия. И так мы строим здание. Так какова разница между исправлением злого начала добрым началом на каждом этапе исправления? То, что мы пользуемся и злым началом, и добрым началом для того, чтобы исправить все. Доброе начало — это когда мы восстанавливаем систему бины, систему отдачи, высшее желание получать. Это называется, что мы работаем с вьютом шорошалев и немного бет. А когда начинаем работать со злым началом ради отдачи тоже, это уже уровень зад до бина и хохма и кетер, или Зарампин и Малхут по Авиюту, там мы работаем также в злом начале ради отдачи. Раскрываем света, зад Дабина, Зарампин и Малхут, то есть света Гардены Шама, Хая и Ихида. Для нас сейчас ближайшая ступень исправления злого начала добрым началом, в чем она? Для нас это прийти к нефеш. То есть мы должны быть соединены между собой в таком виде, что мы почувствуем, что находимся в единой системе, когда между нами есть сердечная связь, и мы находимся в одной системе, зависим друг от друга, поддерживаем друг друга, и так продвигаемся день ото дня все больше. Спасибо.